вопроса, закончился ли экономический кризис. И история России показывает, что мы, как правило, и жили под санкциями, начиная с того момента, когда Россия начала вставать на ноги и чувствовать себя крепко, когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России конкурента серьезного, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения. Это было на протяжении всей нашей истории. Я уже не говорю даже про советское время, но и раньше это было. Еще до Октябрьской революции, так называемой. Вот, поэтому здесь нет ничего удивительного. Вот сейчас мы знаем, что в Сенате Соединенных Штатов опять законопроект возник по поводу ужесточения этих санкций. Кстати говоря, вот почему? Ведь ничего такого не происходит, экстраординарного. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях? Ну, это, конечно, и свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах, но тем не менее это происходит, я считаю, достаточно на голом месте.